Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. На избирательных участках жителей встретят члены комиссии. Предлагаем познакомиться с некоторыми из них. В участковой комиссии номер 2737, расположенной в детской школе искусств номер 3 на ферме, работают сотрудники городского парка «Скидские пруды». Директор парка Екатерина Ажар искренне любит дело, которым занимается. Участвует во всех культурных событиях и даже сама встала на коньки на новой ледовой площадке. На нашем избирательном участке такая же классная явка, как на катке. Ксения Коптелина – лицо городского парка. Она является организатором практически всех мероприятий, которые проходят в парке и собирают десятки жителей и гостей округа. С людьми девушка общается не первый год и всегда встречает всех с улыбкой. На избирательном участке мы встретим всех так же приветливо, как и в нашем парке, потому что у нас очень дружелюбная атмосфера. Марина Поликарпова на выборах будет работать третий раз. Она считает, что каждый человек обязательно должен прийти на голосование и сделать свой выбор. На нашем избирательном участке так же тепло и уютно, как в нашем парке. Пока все эти девушки помогают посетителям парка отлично провести время. А 15, 16 и 17 марта они помогут избирателям на участке получить бюллетень и проголосовать. Дарья Леонова, Антон Коврижных, ТВР-24.